Все, забирай босс. Босс. Саня, 30 чипсов на воде повесь. Где было? И скачем. Он и скачет, а не мозга. Игнур? Мазди стало, во! Стойте про снова не забывайте. А чё не падают? Не знаю. У тебя есть СС Войд? Да. Да, есть на нём. Шли, ушли с этих меток. Бежали из больших. Бежали. Теперь да, далее ОЕ. Я понял, короче. Здесь. Ну разбейте скажет. Вон он вешает на себя ледяные дуновения, они ваншоты. Ночная веша. Видите этот лучик с неба? Жаль, если мне так больше выбежали. Теперь забежали. И двигаемся там. Если не у нас. И склеп разбить. Забежали? Видите, босса что-то еще урона нету. Бежали? Изи мод, походу, делаю. Побежали. Вы форму? С плюс лока. Вон, прочитай дебаф на боссе. Беги, малышка, беги. Выбежали, выбежали. Убивайте. Все отлично. Я свободен. Негр, типа, катрэш. Падаем. А чего нету, да? Нет. Да, какой находник шаман? Кирасу забирайте. Поехали. Дайте баф, пожалуйста, по обратно в идеале. Рок, ДК, МакДруид. Да. Я ну, в Долоран тогда. Ну, я тут все классно. Я плохо тебя слышу. Ну, я же до босса успею. Плохо слышу. Я до босса успею.
Алло. Не слышь. Успею. Тебя не слышно, перезвони. Да я успею. Да перезвони, иди, короче, иди уже быстрее. Алло. Алло. Да, слышно тебя, успокойся. Да я успею. Да иди уже. Нет. Да я поняла, что я слышу. Вообще на эту. Иди, почти. Фрейли, как она там? Рослая. Забирай большого. Поклонский ты мелкий пирожки станешь. Подожди, пока не... Какая бомбища. Бейте все стражи. Точечно. Да это здесь мелкий пирожок увезли, давай. Так, пристебав, по-моему, дали помогу, вижу. Кружочек бейте точечно. Каску по друидам. Кто тебе в это уже? Видите? Грызает. Все, кто там? Идите, умираете. Грите, пока траш, подождите. Бот сейчас пройдет. Зачем? Да не агрите, он уйдет. Тогда спулим здесь оставшийся траш. Без страшного. Без страшного. 300 рублей. А десятку все не собрали, Ольгу? Нет. Нет. Каску поваром. Тыкните. Так, наша главная задача во время боя это дар и анара появится. Дерево такое растущее, когда оно полностью вырастает, хилит босса на фул. Поэтому все мелики максимально быстро, кто видит, надо будет на него переключиться. И далее стоим просто босса бьем. Так, Джеспанк, ты мажешь яды на минус отхил прямо сейчас. Будем так бить. Побежали. Иди в квадратик. Сейчас она там за столбом стоит. На поляну сюда вернется, тогда и начнем. Бьем все точечно только босса. Слушаем меня. Если появится большое дерево, надо будет прятаться под грибы. Да, Славик, давай агри и помчали. Поклонский ты в танке. Убьем босса. Бьем босса только точечно. Скюрет. Звездопад пока не давай. Вот под грибы, под грибы. Под грибы, ребят. Всегда под грибами. Лучами не стоим. Грибы. Дерево, а вот дерево. Дерево, ребят, милики. Каст, топ каст. Становили, вот теперь. Давайте добиваем под грибы. Под грибы. Грибы. Стану бегом. Че под грибами учу? Беги, малышка, беги! Каст. Господи, треснемте. И на Торима идите. Сразу Ларь. Только алхимики. Это очень важно. А он кому-то нужен? Только алхимикам. А кто его носит? Алхимики.
А ты алхимик? Нет. Руль этот. Этот рецепт все кожевничества на продажу. Каменный круг. Кригер, подгони на танк, ласка. Блять, фаску выпил. Ноги. Так, бар-охотник-шаман. Бар-охотник-шаман, токен. Шурупец, по-моему. Рок, ДК, маг, друид. Забирай, и пойдемте. Сверху. Против все сверху. В идеале, да, выиграл? Сверху. Да, так, по дочке. Спина такая есть, нечешная. Грипа. Что там чистите? Червя пока не трогайте, сейчас подойду. Танка будет. Ну его нахер, давайте. 4. Макгрегор спекаси тоже в танка. Про. Пробуем бессмертие сделать. Подождите, не агрите. Зря сагрили. Шкаф поставьте. Поставил. Патраж заливайте. Лик это моб, его никто не трогает. Сейчас надо очень быстро варенько присумонить. Тему бафы. Ставьте быстрее брейд плюсы, кто пойдет в комнату. Славик, ты пойдешь в кишку. Ну, в комнату. Нужен, короче, один хил туда. Жека Дуду. Я в ШП. Понял? Там Доти ДЦ. Доти, ты же в ДЦ, по-моему, да? Да. Все, ты уйдешь, короче, туда со Славиком. И это... Слава, по команде, что в комнате, поговоришь, чем делать. Метку я тебе ставлю, давай. Жучек на себя квадрат. Так, смотрите, кто плюсы поставил, вы в комнату, идете, делаем лайт режим. Варенька тут, присуманит тебя. Сейчас смотрите, теперь да, турсам. Да, теперь турсам кидайте эту овцу. И все относительно меня, синего квадратика, набирайте рейндж 12 метров. Те овцы. Делаем, короче, без смертей. Как раньше сурка убивали, помните? Раньше 10-12 метров. Все, в центре у нас будут только 4 танка стоять квадратом. Так, Славик, к примеру, будет... Тут вот стоять, Славик, запомни, где ты примерно стоишь, видишь? Не бейте мобан, ну нахуя вы это делаете, сука? Идите в кишку, кто ставил. Долбоёб, вот шурупец или кто там, нахуя вы это делаете? Придурки, я объясняю, что делать. Там ШП какой-то убил. Долбоёб. Короче, босс спустится, это основная задача набрать рейндж. В мелизоне будут стоять только 4 танка. Милики отойдут к стенке. Смотрите, там пушка, пацаны. Справа. Забирай его в контроль, все отлично. Слева три. Так, на арене, ребята, приоритет защитник. Все точечно в него играем, всегда ищем защитника. Лице, блядь, с ачивкой. Защитника бейте. Сбивайте защитника, а потом весь остальной трэш.
Давай ХМ запилим. Ну, давайте ХМ. Прикольно. Кто демон? А давайте ХМ. Это был демон, да? Пацаны. Я не знаю. Давайте ХМ. Да, давайте ХМ, ебать, ну что, лохи? Да ХМ, конечно, чё вы? Затащим сейчас. Защитник, пока он с Кистанева. Сам. Вот Саша решает. Интернет, а ты демон? И все ребята в синем квадратике всегда. А Поклонский, ты весь трэш танчишь вне рейда. Защитник, приоритет. Да, чтобы он подходил сюда к нам в рейд. Пешки можете ментальный страх там или крик давать, когда трэш к вам подходит. Танк. У нас он летает, дима есть нормально. Защитник. Я даю станами. Отойдите все в синий квадрат, ребят. Отойдите оттуда. Защитника бейте. По-моему. Метку, тусы. Великий, отойдите все оттуда от защитника. Ну то пройдете, вниз спускаетесь, остается там только слова. Че, можешь хэм запустим? Не рекомендую. Да давайте, изи катка. Давайте, я тоже за. Сдохнем. Да не сдохнем. Сейчас рост и изи. На рейндж надо встать просто. На рейндже главное тогда стойте. Давайте хардмод попробуем. Дайте трусы. Дайте станем. Рост защитника. Вам уже в босса. Ребята, рейнджу 12 метров. Обязательно друг от друга держать. Милики. Особенно вы. Поклонский. Меняйтесь по дебафу. Макгрегор шурупец. Макгрегор, ты следующий танчишь. Спрашивают, поднять нет. Павика, подними, да. В Лизоне нет никого. Рок, ты ушел оттуда, к стенке. Мне кажется, это неправильное решение. Мы же без, не без смертей делаем. Наоборот, пускай Мелики бьют, пускай ну, не глохнут его. Они под АПСом пробьем. Так они просто стоят, ничего не делают. Какая периодичность удара? Иди со стороны квадрата, Рок, бей. Рок, иди сюда, со стороны синего квадрата. Часто темп прилива маны, как осенне читай гимн на ману. Сыгнусь, короче. А, ну забили тогда. Кстати, гимн на ману. Осенне. А, все, забирай. Ты чё, с меня забрал? Забирай. Не, у меня нету дыба. Не, когда я танчил. Кинь на Макгрегора каплю. Ну, дыба вкинулся, забрали. Когда капли? Дайте какой-то рейс. Так, круто. Короче, следующая молния, скорее всего, шотать будет. Да. Вот отбегам от молнии, ребят. Забираю. Поклонская, давайте. От молнии отбегаем. Она будет сейчас ваншотать. Бегам от нее. Прибегать. Молодцы. Блять, как его. Короче, сейчас на Мирона пойдем. Как режим там делать? Подходите все туда. Кстати, тут не ждите. Подходите туда, ставьте шкаф, сумоните меня. О, слышишь, дай вот это кольцо. Я прям за ним ходил на ДФБ бисовое. У меня была шмотка. Роковые тиски на ВДК на ФБшном. О, пацаны, я искренне извиняюсь. Просто на меня мобы бежали, там одной доты агро тупо вообще взрывается. Против тебя.
поиска чужин. Жрец подождал. Будущее, в следующий раз подожди, пока танк всех соберет, а лучше там вообще в комнате контролить их. Вообще мог бы контролить Софию и так далее. Койл дал. Он все равно на меня бежал. Можно же прожать там это дерьмо, которое агро снижает. Урок. Тебя волной, по-моему, убило. Тебя убила от этого рука, короче, с которой моб стреляет. Или да, да, потому что я убегал от моба. Там, короче, ребята, знаете, в комнате, там танка в стан дает, и вы, ну, просто сдыхаете, понимаете это? Ребята, куда ты пышешься, скажите? Искра воображения. Руки сверху. Че, пожалуйста. О, давайте сделаем пожарника, сегодня хардкорный рейд такой. Да мне кажется, спрашивал, сегодня... он багается, я сегодня спрашивал на Альянсе. А-а-а. Они приходили, бой скидывали, в 25-ку пошли. Мы в десятке делали, у нас не багается. Кто там ходит, а чего где узнали Альянсе? Черный лимон собирает ей. Ай, да, перешла за Альянс лоу. Он не играет, что ли? Я Джерри набежал, обиделась. Портал, короче, по-моему, искра воображения. Да, верно. Предпоследний. Айон, иди сюда и тыкай предпоследний. Искра воображения. Очень много паладинов, параллельно еще сделаем. На мины, чтобы не наступить. Так, Матанга, ты знаешь, как тут ачивку делать с минами? Там бабл надо прожать и так далее, не знаешь? Окей. Так, Санек, тряся. Тут вы тут в три хила, надеюсь, захилите. Ночью хилить. Я на первой и на четвертой фазе. Нет, без пожарника. Я на первой и на четвертой фазе с Поклонским. Бабл мы прожмем и мины, короче, взорвем. Поклонский, смотри. Вот ты стоишь. Сейчас в синем квадрате. Ты понимал, где ты? Поклон, иди сюда, в синий квадратик. Ну, на ФК. Вот видишь, короче, ты стоишь лицом к боссу. Я слева. Я слева пойду, вот отсюда прямо. Слева побегу собирать, ты справа, под баблом. Нам надо с тобой все мины собрать. Окей? Это на второй фазе? Нет, на первой и на четвертой. Ага. Че, все милики по моей команде будете отбегать. В трусы. Там будет шоковый удар. Просто от босса надо на 20 метров бежать от него. Вы бежите в трусы. Стоят сейчас все на квадратике. Сейчас Кокосина придет. Еще раз чек на ПК. Поклонский, ты в танке, и Славик тоже в танке. Все, у нас Трисия хилит. Дуду типка в ШП, жрец ПД и Пеппер. И Доти, по-моему, в ДЦ, да? Все отлично. Да? Скюрет, да, Иннер, Доти. Что, Славик, иди? Ладно, я это вызову, все нормально. Славик, подходи к боссу. И давай начинай с ЛПшечки. Милики, пока стоим. Пока стоим, не идем. Только РДДшки играют сейчас. Эти каску местам. Кто там кидает? Эти босс. Эти босс. Стойте, стойте на месте. Давай, пошли собирать. Собирать мины. Да все, уже стали. Понял. Так, милики, отбежали, отбежали. К выходу побежали. Шоковый удар будет. Отбежали. Далеко очень. Все, бейте босс. Бейте босс снова. В любом случае, поклоночи на четвертой фазе снова мины будем взрывать. Очень много бьют. Кстати, босса добивайте. Давайте в синий квадратик. Не трогайте мины, оббегайте их. Охуенно. Косочку дайте по пристам. Стоим, ждем тут. Вторая фаза начнется. Короче, смотрите, на четвертой фазе, сейчас я говорю, кто будет какие части бить. Так, Конскюрет, Сова, Кригер, Аюна и Варенька, вы бьете башку вчетвером.
можете там массы, там мультидотать и так далее. Все остальные милики и весь остальной рейд вы бьете тело, параллельно при этом дотаете низ. Милики вы играете в тело, бьете вихрем и так далее, рассекающим, у вас там все три части будете дпсить. Будете все задевать вообще. Босса держим также в центре. Тело. С фул бурс просто в него. Кстати, в синий квадратик постоянно, за спину постоянно ему забегайте. Конфилим сами. Самерки выбежали. Дроп босса. Сейчас будет обстрел, стоим. За спиной дамажим. И начнем поворачиваться, смотрим внимательно. Стоим, бьем. Стоим, бьем. Добиваем, добиваем. За спину, ребят, за спину добиваем. Все отлично. Пойдемте в синий квадратик. Вылезет башка. Я молчу, вы играете в нее. Поклонский на те, весь мелкий трэш свой, да. Сейчас ДДшки, башку уже. О, у меня такая же есть. Угры, у меня такая же есть, лол, блядь. А, там немножко не полноценно. Не стреляет? Чем весь мелкий трэш? Давайте весь мелкий трэш прямо сейчас, очень срочно. Стойте все в синем квадратике. Отойдите пока мелики оттуда. Все РДДшки, все вообще стойте в синем квадратике. По моей команде пойдем под босса. Видите внутренний кружочек, он там подсвечивается еще такими небольшими лампочками. Вот все встанете на этот радиус. Только сейчас не идите, подождите, Славик сагрит и тогда. А там агро низа, оно с первой фазы на мне будет. Оно запоминается. В моей команде рост. Короче, вот. Все, бьем. Давайте рост. Части надо слить одновременно. Поэтому сами переключайтесь, я буду хилить. Не собираю. Постоянно за квадратиком за синим двигаемся. Давайте так стоим, бьем. Хорошо, идем. Давайте все в центр переключились, чтобы обстрела не было. Все в центр, бьем центр. Доливан, доливан. Потом низ и голову. Стоим на месте, просто добиваем. Все отлично, мол. Тупо посыпалось. Сейчас, ребята, смотрите, портал обвалившаяся галерея, и идем налево спускаемся. Там трэш, его не агрите. Ждите меня. Почему без смертей? Чего ачивов никаких нету? Позабирай. Так, рукавицы, воин, охотник, шаман. Респота забирают. И сверху, ребят, забирайте все. Славик, доведи до Визекса, пожалуйста, я сейчас приду буквально на 40 секунд. Очки попью. Куда ты пышется? Пошел, сейчас буду 40 секунд и приду. Не умирайте так на трэш. Третий от того, у кого больше хп. Yeah.
Да, на генерала. Классная инфа. Пожилая залуба, блять, проказник. Брат зрел прибыль, блять. Брат Шрубца, брат Макгрегора, брат Джаспанка. Брат Триси, прикинь. Лишь бы не брат Войда. Так это два протовара в рейде, это ж пизда. Идите сюда, звезду. Только не спрыгивайте никто. Вставайте, звезду сейчас будете уешить. Три пачки спустим сейчас. Никто не спускается по-конски, я только. Сейчас три пачки приведем. Хильте нас. Давай пять пачек. Хильте, смотри, делай, да, очень хорошо. Ты вам шутник. Все хилы тупо в него. Спокойно, там нагреть его хилить. Спокойно, веди еще пачки. Я две пачки приведу. Не, покажу. Вы учтили там, что хилы могут не доставить? Чё, пока копье падает, он так будет стоять? Жесть. Чё такое? Да этот моб, пока копье летит, он его кинул, походу, через небеса, бля. Через небеса? Ну, высоко, видел, да? Я еще считал, на секунд 20 прошло, наверное, пока копье в три силы дело. Две мерки, пожалуйста. Кто будет водить? Я вас справа. Любых два плюса. Кто уверен в себе? Кто не заступит, его время отбежит. Дуду типка. Так, теперь все милики идут. Подходите, Славик, к боссу поближе. Она пока она готова, сейчас объясню, кто что делает. Слышите свой ник, подходите в трусы в зеленые. Все, Слава, дальше не иди. Стой тут, ага, отлично. Джесс Панк, поклонский спекаси, ДД, Варпала.
Макгрегор, Шурупец, туда идет Матанга. Так, Никчем. Интерлюд, по-моему, в Демоне у нас, да? А, нет, в Африке. Так, Никчем. Далее, кто? Актул Галы. Тоже иди туда. Все отлично. И теперь, Санек, тряси, иди тоже под босса. Будешь хилить, короче, Славика. Только точечно его. Так, Доти, ты у нас в ДЦ. Ты идешь в кружочек. Иди в Доти в кружочек. Отлично. Жрец ПД, иди в квадрат. Жрец ПД в квадрат. Угу. Я хил. Может, по босса? Нет, Жрец ПД, короче, смотри, ты будешь хилить по фрейму, кого достаешь, всех в своей пати. Ну, кто вот рядом с тобой стоит. Саня, тряси точечно хили танка, до кого достает, ну, частицу на Славика кидаешь. Кого достаешь там, если, мало ли, из РДДшек близко тоже подхиливаешь. Твоя задача тупо, короче, танка Саня хилить. Так, Дотти, ты хилишь по фреймам, щитками там и так далее, точечно свою пати, кружочки. Теперь слушайте внимательно, кто пойдет в кружок. Из РДДшек Only Time, Аюна, Интерлюд, Конскюрит, Максимус, вы идете в кружок. Слушай, а то у него руки или клешни, для чего они служат? Не дрочит явно. Даже без понятия. Теперь в квадратик в синий идет Волкер, Варенька, Кокосина, Вуди Аллен, Кригер, Шеннон. И кто у нас еще остался? А, Реал Прайд. Все не квадратик. Все отлично. Ребята, кто на рейнже стоит, максимальный рейндж от босса набираете. Смотрите, босс кидает копье либо в круг, либо в синий квадрат. Ваша задача отбежать либо влево, либо вправо. Все, тут ничего сложного нету. Далее, потом смотрите. Завязать лужу. Да, потом забегаете. Вот как... Все, потом кидается, короче, метка безликого. Она пополняет боссу хп. Там такой зеленый луч. Вот с этой меткой постоянно за своими дебафами следите по моей команде. Вы выбегаете прямо перпендикулярно назад, откуда мы пришли. То есть еще раз. Копье летит влево-вправо, отбежали, без разницы. А с меткой назад отбегаете. Все. Если метка кидается на магов, вы можете глыбу нажать. На паладинов можете бабл нажать, она спадет. Кстати, чек на ФК, на готовность. Славик там за спину забежал, уже вижу. Подходите, вот как мы ребро, короче, бьем, тупо в ноги ему вставайте во фрейм. Никчем, там еще кто-то остался. Мелизона, для вас тоже очень важная информация. Смотрите, будет саранитовое облако, или как так оно, по-моему, называется, саранитовый газ, неважно. Если в меликах будет этот газ, не бейте его, пожалуйста, иначе, короче, кто-то из вас там сдохнет. Дерьмо-то работает неправильно, может ваншотнуть. К Никчем подходи. Там и Актула Галы. Актул Галы. А она как отошла, она знает, что под фреймом стоит, так что она... Все, я вижу. Никчем. Никчем. Пока вас ждем, мы будем начинать. Тебе дал каску под выдом. Никчем, подходи. Все тебя ждем. Ау-у. Никчем. Кикнуть его пока, что ли? Ваня, ты тут? Кикни, кикни. Тут так это мажорка забагалась, надо написать лучше сначала. Так, Ваня, ты тут? Никчем. Да не, отошел. Поехали. Сейчас кикнет его, и будем начинать. Подходите, Шурупец, Макгрегор, не отходите далеко. Я на руке стою, я подлечу сразу. Сразу не врывайтесь, буквально 3-4 секунды дайте нагреть.
Синячок и бомбич, да? Ни к чем зашел. После босса его примем. Призывай грида. Так, Славик, начинай с ЛПшечки. ЖСПД под грида. СПД. Фишка, давай, подтверждай. Чё? ЖСПД. Все, давай, Славик, начинай. Саня, хиль, байда. Ты все сбить, милики. Все косты всегда сбиваю. Отбежали, бежали кружок. Побежали влево-вправо, без разницы. Каст. Теперь вернулись в синюю эту лужу. За игрой, ребята, следите. Это очень важно. Так, опять мы побежали. Влево-вправо. Вернулись. На 50% уже стопа эти шипешки там. Каст бить. Смотрим внимательно копье, опять мы, ребят, побежали. Будет скоро метка безликого. Все на дебафы на свои смотрим, внимательно. Вот, затягивание жизни. Назад. Опять мы, ребят, побежали. Уже зашли. Другая пати, ребят, влево-вправо. Сейчас у него будет берса, прожимай незыблемость. Смотрим, за копьем. Опять моя пати, ребят, побежали. Да, пора. И все на кружочки вернулись. Другая пати, ребят. Давайте с меткой. Выбегаем. Другая пати, ребят, побежали. Убежали на гроб. Раскоп. Пока пати. О, моя. Побежали. Убежали на раскоп. За гроб следите. Все отлично. Какие ужасы вас. Бисовые на мелика. Тапки. Натуре бисовые. Ну да. Кость с коня вы забирать? Крафтовый там, по-любому с камнями, хз. А чё, чё-то провалил? Да, щуку забрал. И там волки. Куда ИП? Чё? Куда ИП получаем? Шо я? На рогу. Интерлюд, ты ачивку провалил нам в очередной раз, тени фобия называется. Знаешь, что такое? Хуево. Но если да, очень жаль, серьезно. Вот мы верим. Так. Пушки отдал. Там меткость просто, а не поэтому бисовый. Ну чё, мам, присоединим. Что у нас портал пойдет? Сразу присоедините. Ты не слабый, да? Да. Ну от метки ты от копья не отбежал. Там ничего сложного нет. Ёп. Дай пати, дай. Доти, ты бывал ведь уже, да, по-моему, тут? Да. ДЦ зайдешь в комнату, похилишь, окей? Окей. Так. ЖСПД. Есть у тебя Элем? ЖСПД. А, секунду, подожди. Ты филе остаешься. Шанан, пойдешь с нами в комнату, окей? И Ваня, Варенька, зайди на ханта.
Вано, ты тут? Да, сейчас иду. Или на хата там сталь подключаешь. Да, теперь смотрите по танкам. Войд танчит, Поклонский. Так, Макгрегор. И вы там справитесь, шурупец будешь в ДД. Смотрите, милики, вы на третьей фазе абсолютно ничего не делаете. Вообще просто ничем не занимаетесь. Ваша основная задача — это замедлять трэш и фирить его. Будем стоять под Сарой там. Я на себя метку поставлю. Так, 4 танка отводят вот сюда, к воротам, где мы сейчас стоим. И весь контроль вы производите тут. Замедляете, там фиры даете, вары и так далее. Джаспанк, смотри, на последней фазе ты можешь яды на замедление. Сразу прям. Как только мы перевели, тихо, спокойно яды намазал. И замедляешь трэш. Напуливаешь авейда. По возможности. Если там прям супер много будет трэша. Рядом с тобой. Бойся, можешь там забегать в трэш. Веер клинков давать. Главное, чтобы замедленно был. Количество так, далее. Да, далее, короче, Юр. Понял. Отойду пока тактика, я там знаю, замедляю, поставлю на третьей фазе. И в комнате побегаю. Окей. Так, сейчас, ребята, еще нам надо 2 человека в комнаты. А, у нас же триггер есть. Отличный игрок. Даня. Так. Секунду. Так вот сделаем. Даня, вынеси на панели себе, пожалуйста, эту точечный хил. Вспышка там или как-то так называется, точно не помню, Пристовский. Mm-hmm. Если что, похилишь свою пати, окей? Окей. Так, доти, ты, соответственно, свою пати хилишь. Независимо от комнат, ребята, вы всегда двигаетесь 3-я налево, 4-я направо. Ну все, как обычно, то дело. Так, любой человек, кто знает, что там в комнате делать, желательно милик. Щупальца побить и мозг. Просуните. А, у нас же еще Жека есть, блин. Все, вижу. Все, ребята, смотрите, первая, вторая, пятая группы. Стандартную вкладку ребят, открывайте, вы в комнаты не заходите. Так, на второй фазе хилы, друиды там. Друиды особенно, выносите устранение яда себе на панель. Это очень важно. Снятие проклятия тоже себе на панель выносите. У нас один друид вроде, да, конскюрит. Маги могут снимать проклятие. Да, маги выносите тоже на панель диспел. Так, очень полезная штука. Далее, ну-ну. Это я захожу в комнату, не захожу? Да-да-да, конечно, да. Ты в третьей паде, ты заходишь. Смотрите внимательно, третья, четвертая группа, вы все заходите в комнату. Сейчас расскажу вкратце, 30 секунд. По бою, по тактике, смотрите, пока чекайте. Фафы свои. 4 танка, Войд, Поклонский, Макгрегор. Войд, ты танчишь тут у дверей, 2 остальных танка. Макгрегор, ты стоишь в рейде, забираешь с нас трэш. Поклонский, ты примерно, ну, недалеко от Войда. И весь трэш приводите к Войду. Все, вы его кайтите. На месте стоять нельзя ни в коем случае, это на третьей фазе. Так, далее маги. Выносите на панель конус холода, кольцо льда. Будете замораживать трэш, когда спиной будете поворачиваться уже на третьей фазе. Трэш главное контролить. Так, Трисия хил, Пеппер. Так, сейчас секунду, Доти у нас ДЦ. Хилов, конечно, маловато. А у нас же еще жрец под Эршам. Все отлично. Господи, ты остаешься, диспелишь, помогаешь нам. Так, все, Ваня, подходи, будем начинать. Так, какой я портал занимаю? Так, смотрите, теперь по порталам. Третья группа, вы всегда будете слева. Четвертая группа справа. Теперь внимательно слушайте. Кому непонятно, сразу спрашивайте. Третья группа. Первый портал появляется под ногами Сары. Его заходит Only Time. Все, и пошли. 4 портала слева. Второй портал слева Кригер. Шеннон третий посерединке слева. Влокер четвертый, и Аюр твой пятый. Самый дальний слева. Так, теперь справа. По правую сторону. Вуди Аллен. Твой первый портал справа. То есть под ногами Вуди Аллен ты не трогаешь. Ты понял, да? Ты второй портал справа уже занимаешь. Все. Так, Конскюрет. Твой третий портал.
получается справа, ну там примерно посерединке. Дотти четвертый, Дудутипка почти уже за попой, и Кралька твой самый последний, там за попой, короче, прям ровно там по центру. Бицон. Так. Если непонятно, спрашивайте, тут ничего сложного нет. Еще раз, Дотти где, какой? Я прослушал. Так, смотри, четвертая группа вся справа. Первый портал в ногах, вы его не трогаете, вы вообще про него забываете. В ногах про портал не трогаете, и пошел. Первый портал справа Вуди Аллен, Конскьюрит, Дотти, твой примерно где-то посередине, наверное, будет. Потом Дудутипка, четвертый сзади уже. И Кралька, твой пятый, прям за попой он появится. Давайте последний чек и пойдем. Ставлю метку сейчас на этом трэше, вы точно в нем играете, без масс. Юр, подходи, интерлюты, и бом начинает. Кто там в комнатах? Секунду, так, где тут какой у меня портал? Ваня, твой самый последний, слева, последний самый. Угу. А мой последний там слева. Все, пойдемте. Стой. Дай не каску по хентам. Стой. Дай бог. Идите назад чуть-чуть. Квадратик. Кто поставил этих уёбков? Уёбок какой-то. Сейчас я кресты поставлю по рейду. Буквально минутку. Секунду, не агрите. ЖСПД, маги. Все, давайте пойдемте в лужу, бегам справа. Пойдем быстрее. Ханк, можешь стаю рубить. И встаем тут. Синий квадратик. Все, и стоим. Для метку кружок вы всегда в нее играете. Забирай. Играйте, мама. В любое время надо всплывать Сару. Пока рано. Так, кидай частицу на Поклонского. Меньше. Этого чушу возьму. Так, Кридир, сейчас моб пойдет в рейд, дашь фир. Ты разберешь его с рейда. Пофир. Ты там каз сбивать ему вам по возможности. Может и салайн дать. Будет кастовать заранее чуть-чуть. Могу вылететь сейчас. Чего не понял? Да, погнал. Кружочек. Блокер дашь, фир сейчас в рейд побежит моб. Эти танки. Трать кружок. Кирилл умрет. Кружок. Молодцы. Замедляйте и уходите оттуда из центра. Замедляйте его. Добивайте его там прямо. Все, отлично. Сейчас ищем большое щупальце. Милики бьют маленькое, все РДД бьют большое тяжелое щупальце. Ни в коем случае к нему не подходите. Во, он очень близко оно. Отойдите, ребят, подальше. Командовые метки, третья группа всегда на кружок ориентируется в комнатах. Четвертая группа на русы или зеленые. У нас будет пакт и черепок. От черепка отбегаем, с пактом забегаемся. Чах в этих не стоим. Только. В кого чах... зеленая хуета прилетает, надо от него отходить. Подходите к порталам, ребята. Ходки на себя накидывайте потихоньку, к порталам подходим. Диалена, диспельте проклятие. Очень важно. Будут порталы, ребят. Все, Бежался. Заходим к порталам. Заходим.
Большая сзади. Угу, РТДшки бейте тяжело. Справа. Велики слева, мелко щупальцы, помогите. Никто не бьет. Не дохните, ребят. Живайте, главное, живите. Дай гимна от хил там. 30 секунд у вас есть, бейте. Чё-то вы долго заходите очень. О, у нас свету что-то вообще урона нет. 20 секунд еще. Шли тяжело щупальца бить всем рейдом. Двигайтесь за синим квадратиком. Панк что-то тут делает. Эти тяжело щупальца. Выходите. 7 секунд. Выходите, 7 секунд. Милики от тяжелого отходим. Отходим, ребята. Отходим от тяжелого. Ушли. Все РДД бейте тяжело щупальца. Из портала. До портала в 15 секунд. Я вам говорю, вы слушаете и сами играете. Портала в 10 секунд. Подходите уже. Давайте тяжелые щупальца, которые стоят. До портала в 5 секунд. Инфи щупальца максимально быстро слить. 2 секунды, 1 секунда. Все, заходим в портал. В лучах не стоим. Идем в портал, давайте идем. РДД или милик, зайдите в портал сзади. Все, зашли, молодцы. Сзади тяжелый щупальца, весь рейд побежал в свету. Тяжелый щупальца. Трепещите, смертные! Конец близок! 30 секунд у нас есть. Слева почему так херово бьете? Все большое сейчас. И все большое. Милики, все видите, встали на след. Сможешь хилиться на танка. У меня 28 осталось, я больше не пойду. Выходите. Я 22. Будь смерти. Выход 3 секунды. Тяжелый щупальца. Пусть там кто-то заходит. Слева. Ты заходишь слева, бегут. Третий справа. Налево. 5 секунд на порталах. Там 10 в порталах не был, заходите. Побежал. Шлифт поменяет. Заходите. Заходите, заходите. Много здравомыслия. Бейте там щупальца. Сзади спал. Трепещите, смертные. Щупальца все надо убить, абсолютно все. И затем в мозг. Да все, это ГГ. Давай. Давайте потеряли это. Чего тут не бьют щупальца вообще слева, не бьют щупальца, вон стоит, его никто не бьет просто. Иди в зеленые лучи. Ну там плохие комнаты, типа. Ты такой там чувствительный щупальца. Да, 4. Зеленые лучи, заходите, не хильте. Что-то плохо. Тут очень. Все люди, короче, просто стоят и смотрят, и ждут, пока откроется потому дверь. Потому что ни у кого нету здравомыслия. Как вы его так потеряли, я не понимаю. Ну, я в первой комнате, я единственный был слева. Я после первой комнаты. Я говорил, влево никто не бежит. А вы, наверное, лево-право не знаете, там. Третья группа налево, четвертая направо. Они им сказали, типа, по печенькам и по сам бежать, ну, хз. А может печеньки не знают право-лево? Трусы. Да нет, да. Сейчас я тогда на свой лишь и позайду. А нас отпустит вот этих законтроленных? Тут все такие монстры какие-то бегают. Чё? Он сейчас убьет там всех. Монстры бьют. Блин. Пока не заходите, когда не вешайте на вход. Монстры ходят 1 января по улицам. Да, такие страшные, капец. Ага. Заходите, бой спал. Лига радал. Сейчас на шипы зайду.
Литканите по щупальцам дамаг, у кого есть там. Там уже линкали. Линка много. А куда ты пойдешь, Жиза? Провал. Самый последний портал.